Святочны феерверк убачыць магілёўчане ў навагоднюю ноч. Як паведамілі ў аддзеле ідэалагічнай работы культуры і па справах моладзі магілёўскага гарвыканкама, арганізаваць такую падзею ўзялася адна з кампаній сотавай сувязі. Плануется, что святочный фейерверк расфарбует небо Могилева о полове другой ночи будет должиться 10 хвилин. А новогодний танцевальный марафон в областном центре распочнется у годину ночи и протягнется до 4. Местом проведения свята селета вызначена пляцовка на площади Славы. Традиционно гостей свята чекает встреча с головными героями – Дедом Морозом, Снегуркой и символом 2018 года – собакам. Конкурсы, интерактивные гульни и разностайные розыгрыши. Плануется, что у новогоднюю ночь для могилевчан выступят лепшие хореографичные вокальные коллективы города. Запланировано шоу ходулистов с новогодними сюрпризами и цирковыми трюками.